Всем привет, дорогие друзья, с вами Механика Алекс Фрэш. Привет, народ. У нас новенькая серия мажорских покатушек. Что есть, то есть. Тихо, 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 аккуратнее. Дорогу перекрыл. Аккуратнее. Я хотел дрифтануть просто. Нифига у тебя авик прет. Не авик, это Марк. Ну теперь да, хорош был Марк. Чё, куда мы поедем сегодня? Отдыхать куда-то, да? Не знаю, куда-нибудь понаваливаем. А там посмотрим. Ты прям красиво уходишь. Он быстрый просто. Я, если честно, немного не привык к заднеприводной машине. Мне прям тяжеловато на ней. Я сам не могу разогнаться толком. Меня несет. Я поэтому, ну, так притормаживаю и красиво так в повороты стараюсь зайти. Чё там? Резину не жалко. Ой-ой-ой, чё выдал? Ребят, чё, подписывайтесь на наши каналы. Тут и не такое вам покажут. Очень красиво сейчас будет. Кстати, ссылки на наши каналы в описании. Да. Ёлки, вот это выдаю. Вот это еда. А я выдаю просто. Ой, я тоже Марк теперь. Да что ты будешь делать? Я пытаюсь. Пытаюсь ехать. А что-то хреново получается. Не, нормально получается, просто, ну. Быстро так как ты не могу. Ух, в грязь вылетел чуть. Что там есть? А вот что, поворачиваем куда-то, да? Угу. Видел, как ты красиво заехал. В кусты куда-то. Да газку поддал лишнему. У меня, знаешь, типа режим такой, прошивка такая стоит, что педаль или не нажата, или в пола сразу нажимается, понял? О, есть такое. Вот это вот. У меня также. Stage 8 стоит сейчас тут. 80. Stage 80, да. Так. Снова потерялся. А куда едем-то? Вот сюда? А там что, у тебя маршрут должен быть нарисован. А он все, у меня навигатор закончился. Ну поехали, там сейчас найдем. А, понял, понял. Вообще в горы поедем, прикол. 200 уже, ё-моё. Нифига себе ты едешь. Незаметно. Ух. Объехал. У меня это тут... Не, нормально, выехал. 200 едет, кстати, да. На парапет залетел. Ну я в подъем 200 ехал. А потом страшно. Тяжной поворот, можно бочком вальнуть нормально. Ты вальнул или улетел? Да, вальнул. На 200? Где-то 230 было. Не-не, я не вальнул даже. Ой, блин! Ну чё, не? Или дури не хватает? Не, дури хватает. Держака не хватает. То ли роса с утра прошла, то ли чё. Так, ты съехал с дороги, да, направо? Да нет, еду куда-нибудь. Всё понял. Еще не решил. Воу, воу, воу! Ну и нет. Ё-моё! Нифига себе, ну давай попробуем. Слушай, а давай стартанем вот сюда на подъем. Давай. С ручника? Давай. Давай. Считай. 3, 2, 1. Ничего себе, ты ушел на второй. Же, у меня ж привод должен быть полный. У тебя по-моему. Полный, да. Нифига ты там на эмке творишь. Аж пылюка летит и щебенка засыпает. А у меня что-то подвеска заскрипела.
Ой-ой-ой-ой-ой, ты вообще убрался там. И ехать. Блин, у нас олени какие-то разбегаются. Тихо-тихо-тихо. Давай сюда куда-то. Ух, лиса на меня нападает. Ты вообще, походу, не можешь прямо ехать, да? Очень тяжело. У тебя, походу, за счет полного все-таки она вытягивает. Мощи много, но за счет полного ты все-таки едешь прямо чуть. А у меня чуть в повороте расслабился, все, полетел боком. Ой, хорошо, ой, хорошо. Ой, хорошо, по полю! Вообще хорошо. О, фух, слушай, жесть. Хорош. Миллиметровщик. Фига. Ух ты, блин. Чуть собаку не сбил. Ой, меня развернуло. Я сам не могу тут держать угол. Или туда, или сюда. Там что, медведь сидел? Чё, да, медведь делал? Бежит за мной. Ты медведя спугнул? Угу. Да это лось, наверное. Тут столько оленей всяких. Ох, ой, спуск какой. Тут очень темно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. С обрыва не улететь бы. Снова этот. Медведь. Угу. Хорош. Да не, это лось убегает. Ну, по крайней мере, я лося вижу. Ох ты! Оленя сбил, по-моему, только что. Ты? Ты просто в повороте вылетаешь и сносишь боком оленя. Если бы их можно было реально в этой игре сбивать, это было бы очень эпично. А помнишь, мы с тобой в какой-то играли, там можно было то ли медведей, то ли волков сбивать? Это медведи, что, снег, что ли? Да, или медведей. Это снег, что ли? Подожди. Да, вроде как. А как? Ух ты! Ух ты! А как это? У меня машина вся в снегу, а тут, типа, нет, не снег еще. Это, кстати, тоже обратил внимание, что по снегу не катался, а снег уже есть. А сейчас на тачке. Он в грязь преобразовался. Может, блики такие были? Кто знает. Слушай, ну ты хорош, прям идешь очень уверенно. Вообще в горах на таких машинах, которые не приспособлены для гор. Мажоры просто бесятся жиру, да? Ну, в принципе, да. Вот это сейчас затяжной получился. Что-то какой-то глюк был, у меня будто заглохло, она. Нифига там, смотри, дорога вон сверху. Такое озеро, смотри, горы там. Слева. Где, где, где? О, а нифига. Блин, да, там замок какой-то еще. Замок не вижу в тумане. Где вообще есть, интересно посмотреть. Тут заблудиться можно. Не знаю, я просто по полям дубасю. Поехали куда-то сюда. Хорошо, что здесь нет огромных ям, да, что ни обвеса не отрываются, ничего. Дорога шикарная. Да. Я думал, мы застрянем, конечно, когда ты сказал, что мы вот, ну, куда-то поедем сюда. Не едет! 188! Да, смотри, 200 такой, раз, и будто ограничитель срабатывает. А у меня 188 и ограничитель. Го по траве. А по траве еще больше ограничитель. И она такая, понял, будто глохнет, а я еще до этого не вдуплился, думаю, а что она так вздыхает резко. Ох ты! Вот это прикол тут. Ух. Там самолет взлетает. Тихо, там поворот резкий налево. Чуть не убрался. Вот это лось бежит. Рай, должна быть брошенная машина. Я похоронился. Нет, не видно. Но тут могла быть брошенная тачка. Нету сейчас? Ну, может, в следующий раз появится? Может. Кто знает, чем черт не шутит. Ух ты!
Фух, я выжил. По карте все вижу. Я выжил, все нормально. Просто машину не жалею. Давлю газ в палас. Ты белки перебегали несколько штук. Их что-то тут ни разу еще не видел. Слушай, я недавно это ехал, и две лисы дорогу перебегали. Ехал, не? Нет. Зачем? Такие большие, рыжие, но некрасивые. Вот и раз такой сразу резко в снегу стал. Да? А я у себя нет, не был. Ну там, когда в горах ездили, там было, а сейчас нет. Что-то подо... Тихо. Чуть не перевернулся. Боком дал и чуть не перевернулся. А вон, смотри, еще сарай. Может здесь есть, что нет? А вон еще сколько сараев. Валом их. Тут по-любому как-нибудь можно что-нибудь найти. Я думаю, да. Ну, просто сейчас место смотреть такое. Не будем, конечно же. Вот еще один сарай. Да. Хорош. Я поворот не увидел. Ой, я какую-то животину сбил. Я не хотел. Шерсть какую-то сбил. А? Ты шерсть какую-то сбил. Животин. Где-то там, нифига ты боком валишь. Если бы еще угол как-то держать хорошо, да? Ну, просто надо учиться. Раньше умели. Сейчас не умей. Он буйвол бежит. Не вижу. Как? Не видишь? Только вороны летают какие-то. Еще два сразу по дороге прям. А ты просто пердишь выхлопом? А, нифига, тут 4 штуки их. Выхлопом перданул, и они побежали. Ой, дорогу потерял. А тут вообще есть дорога-то? Никогда. А, вот. Ой, красота какая. Га, куда мы едем? Га, куда-то. Да, разворачивает постоянно. Ты врезался в меня? Нет. Нафиг, я не могу развернуться. Сносит. Ой, слушай, тут вообще красота. Вон лиса бежит. И два волка. Компашка. А ты? Я улетел. Здесь надо аккуратно вообще ехать. Потому это что туман уже. Походу можно улететь так, что потом уже и не поднимешься. С туман. Как ежик в тумане. Где туман? А у меня справа прям туман такой. Да это облако, наверное. А. Мы же высоко уже. Высоко-высоко в горах. Вот это поливаешь ты. Менюку полил там. Пометил территорию. Оленя сбил я. Тут в гаражи куда-то заехал. Да что? Тихо, тихо, тихо! Нет, 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 нет! А фух, я думал ты все. Ушел. И не уйдет. Смотри, давай. А нет, не получилось. Хотел оленя вниз отправить. Там меня не было его. Я в тебя впечатался. У меня ничего не было. Ну, возможно, показалось мне. Хьюстон, у нас проблемы. Ты ушел вниз погулять? Подожди, а где ты? Где ты? Где-то внизу нас. Я сейчас по карте посмотрю, где ты. Ты даешь сигнал какой-то, пикаешь, что-то пилингуешь куда-то. Олень пробежал. Я слышу, что ты пипикаешь. Ой, а я вообще выйду отсюда? Подожди, стой, а где ты? На меня олень смотрит. Это нормально? А ты на него? Ой, блин!
Тихо. Я хотел просто посмотреть, где ты, и я сам начал падать. Тогда я потихоньку еду, я не знаю как, но она как-то едет еще. А куда ты едешь? Сейчас... А где ты? Да я вот как-то по горам, по скалам, я думаю, типа, сейчас я это выйду отсюда. Куда-то. Давай снова сквозь текстуры могу смотреть. Текстурки прозрачные. Так, я нормально. Я лечу куда-то. Подожди, я тут подзастрял немного. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо назад мне. О! О, нет, нифига выезда. Слушай, ну BMW заднеприводная, конечно, хоть и заднеприводная, но едет. Я внизу уже почти. Слушай, а ты как там? Ты наверх, что ли, поднялся? Заглянуть. Ты наверх поднялся смог? Короче, тут можно прятки делать. Я в текстуру заехал. Ой, а я тут между скалей застрял. Между скалей? Да. Я вообще внизу прям. Я не знаю, как-то, знаешь, будто передачу воткнул первую, он так потихоньку спускается, толком не разгоняется. Ну я ни разу не перевернулся, ну может пару раз тут. Ни разу, но может пару раз. Ну все, я на ходах. Ну любопытство просто сгубило меня. О, вон ты, по-моему, летишь. Я сложу. Можно сделать хилклимп какой-нибудь тут. Наверх. Хилклимп? Давай куда ты, это а туда где наверх. А где? Да вот это рядом где-то. Развернись. Я слышу, как ты пердишь, но я тебя не вижу. Сзади тебя. А, вон. Кто вперед заедет, типа? Да. То есть климбануться хочешь? Да, давай. 3, 2, 1. Нифига ты полетел. Швыряет. Ничего, сейчас тебя тоже развернет. Да пока нет, вроде. Ой. Извините. Ой, меня перелетел. Ой, а где мы? Дорога была. А вон какая-то дорога внизу есть. Честно, я не думал, что мы выйдем куда-то. Прикол. Слушай, это не та дорога, где мы поднимались? Может и она. Можно спуститься тогда уже. И никто не застрял даже. Да. Ты на воздухе такой раз пролетел. BMW сила. А Ламба это чей концерн? Кто его знает. Ну не BMW? Аудюшные, походу. Движки что аудюшные ставят на них. А, точно, точно. Благо. Ну со спуском полегче боком валить. Я предлагаю с том, этом, мы такой комплекс проезжали, там тормознемся. Остановимся, кофе попьем. Если это то место. Ну, если то. Ну ничего, опыт уже так возвращается, уже начинает как бы это, ноги, руки помнить, так сказать, вспоминать. Так, как это вообще? Я видел, как ты подскочил. Ты сможешь выехать? Нет? Ты меня до сих пор вниз несёт. А, ты вниз уехал? Да я не уехал, она сама летит вниз. А тут опять скалы. Жесть. Поподняться где-то. Поднимись лучше. А где-то дальше поднимусь. Давай, я пока еду. У меня этот как бобслей какой-то меня носит влево-вправо в разные стороны. Вот здесь можешь подняться после моста, вот тут. Такой прям хороший подъем. Мост? О, значит мы тут проезжали, если мост. Да, вот тут и вышечка есть. Вот тут подняться можешь. Чуть дальше быть. О! По-моему, перепрыгнул тебя, да? Да. Ну ты трюкач. Не хочу. Два волка бегают тоже.
Нифига, тут даже город видно какой-то. И атомку видно. Что там за город? Город, которого нет. Серьезно, посмотри, там город видно. Видел? Нет. Где? А, вижу станцию атомную, а город нет. Слева. Не, город не видел, а станцию видел. Может, он в тумане у тебя? Может быть. Нормально, что наискось поехал? Ну, вроде нет, но... Но как бы... Едет же. Скорость практически одинаковая, пока я объезжаю, пока ты вниз там спускаешься. А я аккуратненько сейчас спускался так-то. Нифига ты там топчешь. Ух! Я упал. Я чуть не убрался, я тормозил. Фиг знает откуда. Я упал. Слушай, ну BMW, конечно, сила, ничего не скажешь. Такое выдерживает. Четыре буйвола! Тоже, да? Да, просто в моменте... А, ты что, поехал это, как я? Ну да. Понял. Я еще ни одного дерева не словил. Только камень один. А буйволы? Нормально. Ну-ка, камень. Ой, блин, у меня что-то капот так замяло. Там движку, интересно, норм? Я, по-моему, там все замяло. Вот, по-моему, не были, тут дома какие-то стоят. То есть у тебя замятие машины произошло? Да. Надо ее размять обратно. Я думал, я сейчас смогу подлететь на скале, но не получилось. Снова 4 буйвола. О, нифига, тут бревна валяются. А как стадо буйволов называется? Не знаю. Просто думал, может, у них какие-то есть названия, типа. Стадо буйволов? Ну да, типа того. Слушай, да, мы выехали, походу, с какой-то другой дороги. Потому что мы выехали на асфальт. Так мы и заезжали с асфальта так. Заезжали, черт знает где. А выехали, черт не знает где. Да, именно. Именно. Ну давай на асфальте еще бомбанем. Чуть-чуть с этого, с места. Впереди поворот. Без разницы. Замятие реальное. Так, давай. Давай. 3, 2, 1. А, я и не разгазовывался, кстати. Вижу, ты дрифтуешь так же, в принципе. Ну вот красиво же зашел. Парный дрифт, ничего не скажешь. По-другому можно назвать. Ой! Насколько в воздухе столб тут стоит. Видишь вот тут или нет? Ну-ка развернись. Сейчас, сейчас. Я там просто нормально дал боком. Прям угланул как следует. Ну что, я такого прям вообще не ожидал. Вот тут есть. Нет, вот передо мной. Я вижу там. Что, прям вообще высоко? Ну вот, он надо мной сильно стоит. Нормально. Погнали. Мальчик. Вот, по-моему, мы здесь где-то заезжали, нет? Кто знает. Называется. Медведя сбил. О, вот сюда нам нужно. Куда, куда, смотри. Куда,
Как туда попасть? Смотри, какая хата. Ехали. Вот. Я хочу сюда. Вот. Смотри, как тут. Интерестинг. Very beautiful. Угу. Вот сюда еще можно проехать. Куда? Поглубже куда-то? Да. Где-где? Тут? О. А, вот это хата. Ну это Grand Hotel. Это театр. Сторож кофе. Сторож кофе. А тут какой-то. Тоже куда-то можно. Нифига тут дорожек. А, это вертолетная площадка. А я как-то выехал на дорогу общего пользования. Вот заезжал. Знал. Блин. Неплохо тут. Да, слушай, очень элитненько. Даже баскетбольные площадки тут есть. Ой, детская площадка есть. Я сейчас тут припаркуюсь. То есть это неуважение к детям ты хочешь проявить? Да. Сквозь текстуру проезжаем. Максимальная? Ну, неуважение максимальное или как? А. Смотри, там река! Вон справа. Mm-hmm. Вместо домкрата. Сейчас колеса будем менять. Ты заскочил просто туда. Так она заехала прям по накатам. Ух ты! Ух, нифига тут река. Убила просто. Река очень большая. А вот, смотри, поваленные деревья еще какие красивые. Mm. Мы, кстати, тут сколько катались, ни разу не были в игре. Mm. Вообще красота. Ребята, красота. Это когда вернулся с Казахстана в Америку, и тут красота. Вот мост есть на другую сторону. Я на детской площадке появился. Я тоже. Мы все приехали. Это знак, я думаю, да. Ну что, друзья, если вам понравилась эта серия, вы знаете, что делать, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наши каналы, ссылки в описании. И всем пока. Пока, ребят.